Друзья, привет! Салудин Буковина. Сегодня хочу вам рассказать, как можно сделать на свою машину вот такую солнцезащиту. Ну, это солнцезащита. Еще на мой мини-кемпер будет защита от лишних глаз. Вот так можно назвать. Короче, предварительно я все порезал, все панельки, все части по всей машине. Вот видите, вот тут и тут. Друзья, на заднее окно решил не клеить, все равно ничего не видно, потому что заднее окно, видите, у меня вот что есть. Поменял я вот эти крючки, тут и тут поставил, потому что посередине, видите, вот натерло чуть-чуть. Натерло тут мой стоп-сигнал. Вот так вот. И еще поставил две ручки сбоку, чтобы было легче вытягивать, удобнее вытягивать наружу. Видите? Вот. Такого плана. Итак, как я это делал, друзья? Я просто брал панель, брал, прикладывал к окну и просто вот так вот резал. Видите? Так по кругу. Тут так само, видите? Вот это полоска. Вот тут черная, а тут прозрачная. Вот по этой полоске я так резал. Но это сотни раз я резал, прикладывал, резал, прикладывал. Вот. И переднее окно так само. Видите, даже вот чуть-чуть скотч поставил двухсторонний, чтобы оно не ходило. Ну, чуть-чуть я намучился долго. И, короче, оно вот, видите, не приставало тут. Не пристает. Я взял вот такие вот липучки, купил. И вот на липучках приклеил, видите? Вот такого плана. Вот, сейчас посмотрим, как изнутри. Вот, видите, на спичках. В будущем придумаю что-то другое. Итак, друзья, смотрите, как выглядит изнутри. Видите, чуть-чуть стало темнее, чем на дворе светло. Вот, видите? Вот такого плана у меня панельки. Теперь никто не будет заглядывать в окна, когда мы тут будем в машине заняты чем-то. Вот такого плана, видите? Вот тут прорезал вверх, тут вот липучка, так вот берем, оп, тут липучка, тут липучки эти не очень хорошие, не очень липнут, но в будущем я на вот эту пленку придумаю что-то, каркас какой-то пожестче, чтобы было. А так вот такого плана, друзья, можете сами сделать такие вот панельки. Короче, купил я на Калиновском базаре, что-то так с дуру взял очень много, можно было и меньше брать, взял 6 метров 60 гривен, по 10 гривен. Вот это получается пятерка, плотности пятерка. Можно было и тройка брать, но тройка, она была бы очень мягкая. Это более плотненько стоит, видите, не гнется там. Но все равно там гнется чуть-чуть. И смотрите, сколько осталось, куча осталась. Да. Вот, дальше. Вот, друзья, смотрите, как оно выглядит изнутри. Можно спать себе спокойно.